Всем привет! Сегодня мы приготовим идеальный суп для летней жары. Готовится суп до элементарного просто. Для начала на помидорах делаем надрезы в виде крестиков. Помидоры заливаем кипятком. И оставляем помидоры в кипятке примерно на 1-2 минуты. Через 1-2 минуты сливаем с помидоров воду и очищаем их от кожуры. Очищенные от кожуры помидоры нарезаем кусочками, складываем их в глубокую посуду и теперь тщательно измельчаем их при помощи блендера. В получившееся помидорное пюре добавляем чеснок, пюре солим и перчим по вкусу, добавляем несколько кусочков батона, я использую домашний батон. Кстати, как приготовить батон в домашних условиях, можете посмотреть видео на нашем канале, ссылочку на видео я оставлю в описании. Все перемешаем и немного подождем, пока батон набухнет. Буквально через пару минут, когда батон размокнет, добавляем в суп пару столовых ложек нерафинированного ароматного подсолнечного масла и еще раз хорошенечко все это измельчаем при помощи блендера. Все, суп готов. Разливаем его по тарелкам. Украшаем суп зеленью. Добавляем в суп гренки и можно подавать суп к столу. Я надеюсь, что вам понравится идеальный томатный суп для летней жары, приготовленный по этому рецепту. А у меня на этом все. Всем приятного аппетита и пока-пока!